Дай мне сюда лампочки, я дострою, а, пожалуйста. Лампочки. Сюда вот и сюда. Сюда. Спасибо. А тут все, больше негде? Там везде стоят? Ну так вот, на гору мы идем, на самую верхнюю, на нашу снежную, зимнюю, белую гору. Так, мы сейчас идем. Сходим. Да. Так, топор я уже забрал. Эх, топор я забрал. Когда я его беру, он его взял, вот так вот, и все. И, кстати, я бы сейчас поменяю. Он, у него урон сильнее, чем у этого, чем у катана. У него почти полный урон. И катан, конечно, быстрее, но зато... Зато это, мне дробовичок бы, это... А, чё дробовичок? Золотым. У тебя дробовичка? Дробовик не золотой? Нет. Ты до сих пор бегаешь не с золотым дробовиком? По-моему, да. Да это ты гонишь это. А нет, у меня дробовик золотой. Нет. Походу. Ну и все, что мне больше не надо. Пистик не... Ну, револьвер может быть. А мне револьвер надо сделать золотым. Мне надо сделать. О, палок нет совсем. Зима, а палок нет совсем. А у меня есть одна палка и. А я сейчас водичку себе погрею хотя бы. А, не, я себе суп шамрамель сделаю. Вот, и я понял, как... ты давай на огне. Хотя, если и пофиг на все. Что я могу поделать? О, палка. Парка, палка, выручалка. Так, шамрамель, шамрамель. Да пусть. Так, так ну чё? Ой, блядь, там такая хрень у нас наверху. Ладно, подожди. Давай, братан, на это... И смотри, ну чё, будем? Я нашел прикол. Я же, когда лёг, пошел спать... то я... Блин, а у меня поджать-то ничего нет, офигеть вообще нет. Я обнаружил... Точнее, мне пришла идея. И вот сейчас недавно пришла вторая идея. Как можно... Говорю про первую, короче, сначала. А именно... Как сделать так, чтобы... Угол такой оставался, и... Ими не мешало это... Бревно это не мешало, понял? Чё ты мне принесла? Или ты просто кланишься мне? Нифига какая она умная. Чё, будешь смотреть? Чё, в чём прикол? Или ты боишься? А где все эти маленькие пенёчки? Их нету, да? Они все исчезли, да? Видимо. Печаль, беда. Ну, так не суть важно. Смотри, сейчас я попробую. Ой. Я не специально. Тогда так. Оп. Оп, да? Как ты будешь смотреть на мое детище? Получится у меня или нет? Или я дурак, или не я? Или... Так, что я хотел сказать? Если у меня получится, то, конечно, мне 50 баксов должен. И разработчиков я переиграл и уничтожил. Да? Давай, с этого начнем. Итак, у нас кресты это есть. У нас нету кресла. У нас есть страшный диван, а нет страшного стула. Понял? У нас это есть, как емет, хорошо.
Фонарь замечательно, оп, это прекрасно. Короче, нам нужно в ту пещеру, да, чтобы на седьмом листочке, на седьмом верхнюю мне... заметочку. На седьмом небе отчасти? Оп, надо. Раз. По сути, тебе надо страшное кресло. Где оно есть? Блин, слышь, не могу вообще. Они, короче, вообще кефаломы. Я просто не могу. Я просто ору с них. Ну, хотя, можно вот так вот сделать сейчас. Вот так вот попробовать. Может, получится обмануть. А хрен там получится, что обмануть. Ну, а не понял, он кайфолом отвечаю. Ничего нельзя сделать. Просто идиотизм. Это знаешь, что можно попытаться только сделать? Бред. Какой бред? На, почему? Почему не? Мы же там были. Мы были в этом месте. Поднимали стул. Потому что здесь косяки какие-то есть. Так, наверх его нельзя поставить, да? Если я его обрублю сейчас чуть-чуть, то тоже ничего не получится. Пипец, я просто ору с этого. Просто. Я не знаю, короче, ты че? У меня идея только вот такая вот. О, получилось, походу. Сейчас надо длинное бревно найти какое-нибудь. Например, вот это. Да? Может быть, получилось обмануть. Может быть, получилось обмануть. Посмотри, пожалуйста, вот там, где у тебя страшное кресло. У тебя есть бумажка... страшный диван и страшное кресло. Страшный диван, посмотри в заметках. Какой страшный диван? Заметки открой, чертежи. А где мне страшное кресло посмотреть? Менять их? Да. А где, как мне узнать страшный диван? Какой-то там территория, сердечки были. Ну, помещение. Never leave the Island. Все зачеркнуто. Вот открой свою эту книжку. И вот там есть... внизу у тебя... В самом низу, посмотри, там должен быть страшный диван. Вот где вот эти все ловушки, чертежи ловушек, да? А, ты имеешь в виду чертежи? А, ты это имеешь в виду? Я понял. А то я заметки открыл. Они находятся в самом низу, вот заметки. Ну, крест. Да. Вот после креста нету, потом диван у меня есть. На диваном нет вот заметки. Вот диван есть, а рядом с диваном должно быть страшное кресло. Наверху. Его нету, да. А, ну, его нет, потому что мы его не взяли, наверное. Ну, мы-то там были в этом месте, где оно живёт. Потом живёт. Нету над этим, как он называется. Это я знаю. Телепорт, наверное, что ли, я не знаю. На седьмом, наверху тоже. У нас двух чертежей нету, оказывается, только. Ну и чё вот тебе? Вот я сейчас лечу в то место просто посмотреть, почему мы там были, и оно там не появилось. Да? Угу. Ну, лети. Если там есть чертеж, я там просто ставлю маячок, и мы туда придем вместе с тобой, правильно? Да, да. Да, да. Так,
Я ну слышу. и заодно лут надо собрать где-нибудь. Понятно. А где этот упырь? Так, убил. Этого дебила я прибил. А где остальные? С Вирджини нормально все главное? Где она? Она гуляет, да? Ну и хорошо. Я хочу похавать давно-давно. Взял, поломал этот. Задолбал. Блин, я прикинул примерно, короче, знаешь что? Как сделать вариант. Один из вариантов, как сделать. Но мне нужен булыжник. Булыжник, надо булыжник. Вот, сука, камней много, смотри, вообще огонь. А я сейчас вот сюда вот положу. Прикольно они придумали, а? Чтобы было булыжников много. Я их вот сюда вот положу. Вот так вот. И когда они закончатся... все равно эти булыжники не нужны будут. Те-то маленькие. Да? Да. А там, походу, так это не работает, да? Блин, пипец. А, ну тогда. Видимо, придется конструировать по-любому с этой. Вот так, два. Можно поставить пенечек и целый, да? Не могу все равно. Ну и чё, блин, это за фигня? Усиление каркаса называется. По-любому нужен целый и пенёк. Или не целый. Потому что на этот я не могу ставить. Почему? Да потому что я просто не могу понять, почему нельзя. Я помню, как можно увеличить, понял? С третьего этажа эту площадку боевую сделать. Ты понял? Угу. И чё ты понял? Я понял, что мы лохи, и мы не дошли до нужной точки. Ну, такое бывает. Блин, они чё, обрублены? Вот я ее ломаю. Я зашел, нашел ее, но я не буду это делать. Я просто дверь сломаю, зайду. Да, вот она, чертеж.
бумажку здесь я подберу, салафит и две лампочки. А чертеж я трогать не буду. Почему? Ты боишься? Ну как, ты же придешь, как я тебе покажу, что он там лежит. Этот самый. Да нет, чем... Нет, ну... А, вон. Как подойдешь, скажешь, что здесь брал, и все. Зачем? Я вот тут сейчас поставлю тебе вот. Мясо выкину, палочку. Вот ты думаешь, что мы везде ходили? А мы не везде ходили, оказывается. Видишь, а как? Вот мы вот тут не были, видишь, у нас чертежа нету. Потом вот так вот. Короче, просто так палку ставить не варик, надо ее камнями обкладывать, тогда они ее не ломают. У меня были случаи. Так, и я тебе здесь просто поставлю вот такую вот пещерку, в которую надо прийти с тобой, правильно? Наверное. Ну, она там на карте у тебя отобразится, пещерка. Угу. Ну, а я тут салафитик лежит, пособираю пока. Тушечки. Короче, я лут пособираю. Собирай. Но мне непонятно другое. Точнее. Не, мне понятно. Почему мне непонятно? Мне понятно все. Пенечек. Не могу сообразить, что ты. Строитель за меня так себе. Не дают мне строить. Что там? Мешается? Не-не-не-не. Я сейчас себе понарублю деревьев, наверное, чувствую. Надо мне деревьев. А вот. О, хорошо, что я не упал. Сильно такие. Ягод гуаран. Я что-то спать сильно хочу, слышь. Прикол. Ой, немного мне спать хочется. Точнее. Спать не. А, у меня же есть энергетик, да? Мне нужен будет энергетос. Попить. Ну, короче, давай. Ну, вот это. Короче, у меня не получилось обмануть. Точнее, сделать по красоте все. И опять с кого-то там обманывал. Не обману, нет, все нормально, они типа это. Там придется по-любому с этим быть. По-любому с этими придется быть. С бревнами, понял? Чтоб они, ну, вот эти, горизонтальные. Больше никак.
Ну, естественно. Ладно. Ничего страшного. Ничего страшного. Знаешь, это прикольно. Ладно, ты его не знаешь, наверное. Поэтому мы не будем об этом. Сначала надо, как сказать, еще бы местность расчистить. Это было бы нормально. А нам как раз нужен вот этот. Вот так вот. Опа. И все получается. Не. Так не нужно. Вот так нужно. Мы вот отсюда крайне сделаем. Вот где-то досточка, которую здесь и выкинул. Вот она. Чтоб она не исчезла. Чтобы было все красиво. Мы ее положим вот здесь вот. Хотя вот так вот мы положим вот. Типа, чтобы не упасть. Не то, не сё. Да? Или вы со мной не согласны? Не согласен. А если, как сказал один, как бы коллега, значит, СПБанчку. Не согласен до сих пор. Ну это так, он стебет, он просто веселый человек. Я знаю, через другого человека. Это я, походу, неправильно построил. Воздвигаю неправильно стены. Угу. Сейчас приду, все разрушу. А у тебя не получится. Но только если... не, если так расшатывать не будешь. Ты же... Я твой дом труба шатал. А, ну, можно и так. Да только так и поможет, потому что я отключил ломание. Ломание. Поэтому у тебя не получится поломать, понял? Ты. Понял ты? Или ты не понял? Да, надо да, мне, да. Надо мне кое-что увеличивать. Хотя, что мне увеличивать? Не надо ничего увеличивать. Это надо еще спросить. Надо тебе что увеличивать. Каждый думает. О чем ты, о чем он думает, да? Спроси у Вирджинии, надо увеличивать или нет? Ну ты веселый. А нет, у меня все нормально, я-то электронный, ты забыл. Путаешь человеческий. А, ну да, все понятно, да. Ты, как меня зовут, ты помнишь? Мал золотник, но дорог, зато быстро. Че ты? Электронно. Как ну ты же электроник? Как? Моджо? Я забыл. Все, аля улю, посигуси. Ничего не помню. Мама. Усур будешь. Усу. Модю усу. Сол. Так, зато короче, я не хочу туда. Ну, а кто тебя спрашивает, ты будешь, хочешь ты или не хочешь? Так,
Ладно, я красиво прилетел уже рядом с тобой, но я к тебе не пойду. А знаешь почему? Не, может, я... Потому что мы с тобой собирались там построить вышку. Я спать как не хочу, не хочу спать как не знаю кто. Как собака последняя. Сутулая, да? Нет, последняя. Не сутулая. Хорошо, я понял. Я хочу подняться. Экстренный лифт поставить наверх. Лифт? Нормально. Лифт экстренный. Для этого надо сначала четко найти подход, ну, сюда, ну, выход. Я что-то типа затроил. А, я не долетел вот это озеро, да? Угу. Наверное. Не знаю. Блин, чуть-чуть надо поменять архитектуру. Да? Все-таки придется поменять. Могу предложить, если поставишь кину. Кину хаешку, быстро поменяю архитектуру. А, если поменять, да? Ты это мне, да, предложишь сразу. Хорошая идея. Так, главное, наверное, здесь. Это здесь. А! Опа. Я умею, если что. Могу, прикинь. Угу. Блин, что за идиотизм? Как они так придумали по корявому чуть-чуть? Я хочу поставить. Может, как-то зажать можно их? Может быть. Это могу поставить. Это не могу, блин. Вообще идиотизм. Я вообще ору. О, я поднимаю. Отлично. Да? Идите отсюда нафиг, а. Слушай, надо, короче, спать. Я и спать хочу. Братан, и... я хочу, но у меня тут... Че у тебя? У меня тут сейчас месиво, а прыгать мне со скалы не варик. Да, меси, давай, короче, туда. А, ё-моё, я ж, блядь, сука, баран. Он блоки ставит! А ты че хотел? Сказку попал. Я забыл, то что он так не ставит, я же вижу. Блин. Да ёшеньку. Блин, а они после того, как я посплю, они не исчезнут, слушай. Не знаю. Ты замочил их? Замочил их?
Замочил, замочил. А мне где спать? У меня есть что поставить себе? А-а, блядь, я не могу спать. Так что, сори. Так. Ты хочешь сказать, что мы будем без сна, что ли? Ну, видимо, да. Ты знаешь, что у меня энергетик, может быть, есть один, но я не... Ну, это не факт. Где эти фаеры, блядь? Я не удивлюсь, сейчас к нам прибегут всякие дебилы. Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Тут оказалось все тяжело. Знаешь почему? Му. Интересно, для тебя сколько метров, братан? Я не знаю. Мне пришлось переобустроить это делать. Небольшое. Я надеюсь, что я очень аккуратно буду спускаться. О! Я не умру. Не надо. Да как он вообще думает? Так, все, получилось. Концепция у меня это. Это было проблематично. Я это сделал. Знаешь, что я сделаю? Я сохранюсь на всякий случай. А Вирджиния домой будет ходить? Вирджиния рядом со мной, и я сейчас иду уже рядом. Окей. Броню снять. Счетовод из меня так себе. Я не могу считать. Ну не считай. Давай. Давай броню снимать. Я одену. Вот, иди сюда. Я спать ужасно хочу. Раз, два, три. 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 Че, он один был? Червяк? Где еще? Кончили. Тебе без разницы? А вот есть камни, оказывается. А я сплю. Во, где булыжники есть. О, Кельвин их. Сейчас. Две палку. Нифига себе, с одной ветки одна палка всего лишь. Еще вон идут. Тут монстр идет. Давай мочить его. Ну, что, подождем, придет сейчас. Вот он на меня там хотел. Что-то крякал. Принесла-то? Ой, что ты принесла? Покажи, покажи. Бить-то, где бить-то? Вот я ем. Ну и где ты? Она рыбу принесла. Ты уже сожрал? Да где ты, ешкин кот?
это этот. Мне хочется есть. Нифига себе, он прямо на трактор прыгнул. Да? Все, он замотал. Давай, берем. Сейчас я одену еще броню. Берем. Раз, два, три. А-а-а! Нет! Нет! Все, у меня получилось. Я успел, ё-моё. Ух. Работает до двух. Теперь спалки давай. Пока есть время. Да зачем ты? Я ее специально не поставил палку, потому что она сработает на эту вентилятор. Да понятно, что пофигу, давай спать. У тебя есть кавка? А жрать хочется. Келвин в снегу спал. А жрать пипец как хочется. Жрать и пить. Тут я, почему мясо? Я хаваю свое пиво. Потому что. Слушай, а почему я не выспался? Знаешь, почему я не выспался? Да потому что нафиг. Ну, мы на холоде спим, как собаки. Последние. Пипец. Достраивай третий этаж. Пипец вообще, блядь. Я вообще на втором этаже построю, блядь. Просто пипец. Что такое происходит? А, застрял. Скажи, где она? Блин, это палка. Она сгорит сейчас. Побыстрее. Блин, палок нет, пипец. Да. Я последний момент закинул палку. Дай себе лапшу, что ли, свари, чтобы она у меня была. А у тебя есть шкура оленя? Дай мне шкуру оленя, пожалуйста. А? А? Нет у меня шкуры оленя. А как мы тогда достроим? Две палки или одна? Походу одна. Надо палку приобрести. Надо приобрести палку. Сил совсем нет. Зато есть бревна. Я просто. Да ух ты, естественно, готов. Рука с бревна могу держать. Я вообще просто огонь. Че ты тут делаешь? Пока ничего. А как мне положить? Положить не мог. Да блин. Я пытаюсь разжечь огонь в доме. А этот, смотри, если будет закрытый этот, как его? Закрытое помещение. Одного камина будет достаточно или нет? Или надо на втором этаже тоже делать, на третьем делать? А? Да, наверное, не знаю я пока. Ну, закрываться надо полностью. Сейчас я буду закрываться. Не, а чё? Второй этаж. А чё у нас во втором этаже дверей специально сделали?
Да, ты не видишь, я туда бревна засылаю себе. Вижу. Ну зачем дрянь-то было делать? Я не могу туда бревна закинуть. Да. Да пипец, блин. Чё ты, собака? Да, это вообще просто огонь. Просто жесть. Я вообще ухватываю. Это насколько надо быть... Где твоя... А, у меня она есть. Кастрюля эта есть. Пустая кастрюля. Нафиг она тут нужна. Надо набрать водички. Вода замерзшая. Естественно. Хоть воду можем набирать в кастрюле, да? И то радует. Надо энергетики сажать. А то я вообще буду никак не... Я поставил. Я тебе поставил водички. Будь рад. Можешь ее потом забрать себе, понял? Mm-hmm. Будешь суп хавать? Нет, пока. Я-то похаваю и... забираю с собой. Свою лапшу. Похаваю сейчас энергетикой. Он мне ходит с бодрочкой. Так, у меня хоть силы теперь появились. Ты что ты делаешь? Я, блин, крышу просто хочу пока. Ладно, крышу потом будем строить. Что сделаем с третьим? А, третий... Перекрываю. Тогда кровать у меня будет четвертым. Вот так вот. Понял? У меня будет кровать, и передо мной будет этот обелиск. Ну ты понял. Давай увеличим площадь. Я знаю, как это сделать. Это, конечно, будет геморройно. Понял? О, голову лося поставил. Это зачет. Смотри, что я сейчас буду делать. Насколько, вот настолько удлинить, по сути, будет достаточно. Вот смотри, что сейчас я хочу сделать. Ау. Ты начал пропадать. Строю. Чего? Чем ты? Ты пропадаешь, я тебя не слышу нормально. Ты пропадаешь у меня. Ау.
сначала камни надо поставить. Так получено. Понятно. Или как тебя видим? Эти два камня поставил. Так, можно сперва. Так, почему он чуть-чуть выше все равно? Что за фигня?